Нитки, иголки и выкройка. На столах у любителей рукоделия есть все, чтобы приготовить к новогодним праздникам тематические украшения. Творческая встреча по декоративно-прикладному искусству с говорящим названием «Озорной мышонок. Символ грядущего года» прошла в Химках. Провела ее Альбина Шарипова, которая рассказала химчанам, как можно из ткани своими руками сделать красивые игрушки. Просто складываем две детали. Вот таким образом. Складываем. Прикладываем к мышке и загибаем носик. И получаются у нас вот такие ушки. Интеллектуальные, творческие и спортивные мастер-классы в Химках проходят постоянно. Выбрать интересное для себя может любой желающий в афише газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте eventadmhimki.ru.